Все для красивого бизнеса. Под таким девизом выставки пройдут вплоть до 9 июня. Подобные мероприятия, уверены организаторы, содействуют развитию индустрии красоты на юге России и повышению качества обслуживания в салонах красоты. Уважаемые друзья, коллеги, партнеры, от имени компании благодарю вас всех за то, что вы приняли участие в данных перспективных проектах. Хочу пожелать вам удачной, эффективной работы, хорошего отдыха в нашем городе. Хочу также сказать спасибо администрации города Сочи, администрации Краснодарского края, Торгово-промышленной палате за поддержку данного проекта. В программе выставок традиционно состоится множество семинаров, мастер-классов, презентаций, показательных процедур. Ежедневно на стендах компании мастера будут демонстрировать новейшие технологии индустрии красоты. Во второй день работы выставки «Красота и грация» 6 июня впервые состоится обучающий семинар для руководителей салонов красоты на тему реклама и пиар. 7 июня – круглый стол, за которым обсудят организацию продаж в салонах красоты и работу с поставщиками. Данные мероприятия отмечают и в Краевом департаменте потребительской сферы, являются достаточно востребованными, поэтому и получают поддержку. Многие наши участники как на региональном уровне, так и на уровне города Сочи приобретут массу полезных знакомств, также повысят свой уровень профессиональный. И я думаю, что все будет прекрасно. Нам только надо еще более способствовать, чтобы данные мероприятия проходили в городе Сочи на международном уровне. Участники выставки «Красота и грация» представили весь спектр продукции для салонов красоты и специалистов. Это лечебная, декоративная косметика, парфюмерия, материалы для ногтевого сервиса. Кстати, все дни выставки здесь работает школа ногтевого дизайна Екатерины Мирошниченко, достаточно известной в профессиональных кругах. Предложат здесь и спа-процедуры, татуаж. Отдельный стенд занимает Международная лига профессионалов перманентного макияжа. С новинками технологий в работе с волосами знакомит сам Лев Кравец, известный парикмахер международного класса, который, ко всему прочему, предлагает правильное обучение профессии парикмахера. Я хочу пожелать всем, чтобы эта выставка подарила замечательные контакты, безусловно, радость ювелирам хороших продаж, а нам красоты. Спасибо большое вам всем. Участники золотой выставки также радуют глаз. Блеск камней, золото и серебро высшей пробы – все новинки на ювелирной выставке «Золото летней столицы». Открыты выставки до 9 июня включительно с 10 утра до 7 вечера. Вход платный, но с 10 до 11 в выставочном центре. Счастливый час. Именно в это время вход свободный. Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.